привет! А Баба Вера опять с вами. Ну что, сегодня мы будем со Диана Ми Аморе. Что-то про море, наверное, я так еле прочитала, ребята. Короче, будем лето, жара невыносимая, хотя дожди кругом идут такие. О, но мы будем слушать Амиаморе. Миаморе. Короче, поехали. Ты моя море. Ты моя море. Ты моя боль, моя музыка в ля миноре. Ты моя море. Ты моя море. Ты моя боль, моя музыка в ля миноре. Миаморе. Потеряна, просто лови волну, просто найди меня. Если уже горишь, когда рука в руке, просто иди ко мне, смело иди ко мне. Музыка, эти, знаете, вот восточные такие вот мотивы, мелодии эти. И песня про море. О, круто, круто. Говорят, ох уж эти звезды, восточные звезды. Красиво, молодец, классно, симпатичная такая певица с таким голосом. Короче, все звезды ваши сошлись в одном, и мы получили такой клип. Классно получается. Есть вот такие, очень редко попадаются. Слушаешь, смотришь, просмотров совсем нету, этот. А включишь, действительно классно, действительно понравилось. У меня есть, потом пишут. Я никогда не думал, как мне один пишет, что... Никогда не думала, что вы снимете на мой клип реакцию. А мне просто понравилось, и все. О, а тут, конечно, как попала на ту волну. Море, волны, и я в ту волну попала, и меня понесло. Понравилось, короче. О, плывешь себе так, балдеешь. Короче, полный кайф. Вах, 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 как мне понравилось. Так что ей Согдиане, ну, даже не выговорю. Короче, успехов, процветания, фанатам, ну, и вам всего хорошего. Пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, Баба Вера, Баба Вера, Баба Вера, Баба Вера, Баба Вера, Баба Вера.